Вот у нас киевка и дверь царапинка. Сейчас покажу, где она. Как раз вот здесь под усилителем находится. Здесь, слава богу, и расстояние нормальное между ними. И вот сюда, тоже в эту прорезь, в усилителе можно зайти инструментом. Так что будем мы ее вот такую красивую царапушку ремонтировать и полировать. Но особо тут снимать нечего, одной рукой тоже не получится. Ну, сейчас посмотрим. Вот дорабатываю немножко клеем, немножко не клеем. Тут он царапки. А внутри все равно видны остаются. Вот чем-то острым повреждение получилось. Вот как мы видим, еще надо металл выворачивать. Ну, ничего, это все доделается потихоньку. Ну, уже как бы единственный минус, что вот там внутри царапины, как мы видим. Немножко снижит камера, что там вот процарапано. Это, конечно, будет видно. Вот. Так, ну вот наша финишная прямая. Чуть-чуть подполируем двухтысячкой с водичкой. Сейчас высушим, посмотрим, что получается. Не торопясь, не спеша. Маем косяки в работе. Вот они, точечки пооставались. Сейчас на такой машине трезаком пройдемся и потом полирнем. Я шучу, конечно. Вот там точечки остаются. Мы на них не будем обращать внимания. Они как под шагренем пойдут. Уже этого не будет. Вот что получилось. Видно, помарочки остались, конечно. Что делать? Вот так вот. Такой ремонт получился. А вот он, счастливый хозяин.